eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что там, доброго времени уток всем, дорогие друзья, да? Начинаем смотреть последний матч сегодняшнего дня. Это Альянс против Сигмы. Да, вы видите, первое место, третье место. Ну и интриги, скандалы, расследования, показать все, что скрыто. Сейчас ко мне присоединится Адекват, и мы будем уже с ним рассуждать на эту тему. 10-3 у Альянс, 7-2 у Сигмы. Да, Альянсам проигрывать уже нежелательно. Крайне нежелательно. Да, вот они, Сигма на ваших экранах сейчас. Fucking Mad, Fata, Pass, Мигель и Сокшка. Как-то так вроде бы, да. И вот они, любимые герои. Бэйн, Битрайдер, Бестмастер, между прочим. Инвокер и Лайстиллер. Но это у нас на турнире, скажем так, да. Там еще у нас есть All-Time Stats, но мы берем пока наш турнир, уже практически к концу подходит сезон. Можем мы черпать статистику. Ну и вот они, Альянсы. Аки, Адмирал Бульдог, ЕГМ, Лода и С4. Ну и вот их любимые герои. Видим Чен, Бэйн, Лайстиллер, Клокверк и Никс. Так вот, самый интересный такой момент по поводу Чена того же. Я буквально только что в Твиттере ретвитал, что у Аки в профессиональной доте матчей выиграно больше, чем Пупей сыграл всего на Чене. То есть такая любопытная стата. Так, Рустам, ты тут? Да, да. Все, привет, отлично. Привет. Здоров. Ну, как тебе такая стата, кстати? Ну, это, наверное, говорит о том, что Пупей в последнее время перестал играть на Чене. Не, ну, Аки тоже не так часто мы на нем сейчас встречаем. В основном-то, ну, не знаю даже, какого рода персонажи. Тоже, в принципе, схожие по принципу. Ну, да, чуть почаще, чем Пупей он играет сейчас на Чене. Угу. Нави что-то вообще забыли про этого героя. Или забили на этого героя. Тут, может быть, два варианта. Да, вот оно сравнение героев. Аки, Fucking Mad. Видим, вот он Чен. 80% винрейта и все такое. Ну и мидеры. Фата и С4. Фата 100% винрейт на инвокере. С4 100% винрейт на инвокере. Нужно кому-то из них взять инвокера. И пусть у кого-то из них не будет теперь 100% винрейта. Почему он будет? В смысле, ну если... А, ну точно, блин. Это же еще проиграть нужно, да. Я уже думал, что... Нет, это моя суперлогика, друзья, простите, я уже начинаю, походу, тупить. Я, в принципе, по жизни туплю, но бывают особые случаи. Да, Мигель, Адмирал Бульдог. Да, хардлайнеры, вот они. Бульдожи, кстати, на нюксе-то 100% винрейт имеет. А нюкс-то есть как раз. Сколько игр у него на нем? Ну, не знаю, вот сколько там на Европе у нас было, но штуки 2-3 точно. Именно на нюксе. Так, и вот он, инвокер! Инвокер и Никс. Инвокер для С4, Никс для Адмирала Бульдога, Виномансер, скорее всего, для ЕГМа. То есть остались герои у нас для Лоды и Акке. Вот так вот. Ну и Сигма, мы видим, следует тенденциям азиатским. Вот реально, если бы сейчас я посмотрел на этот пик, я бы сказал, что играют у нас сейчас какие-то там ДК против IG. АА, Shadow Shaman, Кентавр. Да, вот это как раз-таки вот у Сигмы пик больше на китайский похож. Alliance, может быть, не настолько, еще более-менее какая-то европейская, кто-то прослеживается, там, Миномансеры, Никсы, вот эти вот все дела. Но вот, конечно, подожди, что Душаман, Кентавр — это действительно Китай. Да, вот именно ярко выраженный причем Китай. Возможно, кто-то будет с нами спорить, но вот всех этих героев впервые в таких количествах, да, мы увидели именно на китайском дивизионе Star серии. Там они засветились ярче всего. Но мы видим, что настроения передаются из одного дивизиона в другой. Мне это нравится. Нравится то, что идет такой обмен опытом своего рода. Наши команды пробуют их стратегии. В Китае команды пробуют там наши стратегии. Это интересно. Китай пробует наши стратегии? Ну, а как же снайпер Соломит? Ну, это паб-стратегии наши. Это же известное, да. Берется с 3К РММ. Европы. Да. Есть такое.
Ну, что у нас здесь? Луна четвертым пиком, это уже, естественно, для Лоды. И четвертый пик от команды Сигма. Будет ли это керри-герой? Кстати, видим, что забанили очень интересных персонажей Сигмы. Это Слардар. Ну, учитывая то, что у нас особо там дазлы, да, не прорисовываются. Как мы привыкли обычно видеть дазл Слардар. Но все равно даже соло Слардара решили забанить. Да, Лайфстиллер, Нага Сирена, Ликантроп. Сигма так... побанили. А, ну и Альянс и минус Вайпер. Да, один из таких фирменных героев Сигмы. Бэтрайдер, Дазль и Эмбер Спирит. Кстати, по поводу утбанов на Экса и Слардара, Сигмы вот, видимо, поняли, что... Ну и уже сразу знали, что будут пикать кентавры, убрали тех персонажей, которые, по сути, кентавры убивают очень быстро. Там, на Экс за счет того, что пассивка есть, а Слардара за счет Amplified Damage. Да, и вот как раз еще один герой, против которого очень хорошо работают вышеупомянутых два керри, это Спектра. И Спектра теперь тоже будет воевать, скажем, в полную мощь, да, без каких-либо ограничений по там, броне, по... КП и так далее и тому подобное. То есть уже намного приятнее. Да, но еще и такая связочка с инспирейшном получается неплохая достаточно. Ульта плюс ульта спектры, и это всегда круто. Да-да-да, есть тоже такой момент. Кстати, хотел я сказать по поводу Фуриона, но нет, у нас уже есть кентавр. Ну да, два суппорта, то есть мидера не хватает. Мидера как раз С4 и забанил. Так а что, Фурион и в мид, поехали. Ну, не, бывало и такое, бывало, никто не отрицает. Но мне кажется, что это не тот герой, который должен стоять в миде. Ну да, согласен. Что-то я не видел, что Фатон на ночь профите играл. Может быть, такое было, но не на моей памяти точно. Да, сейчас какого-нибудь Драгонайта возьмет и будут играть в жирных типов и попробуйте их потом убить. И в Китай Дот он стоит еще, да, действительно. Да-да-да-да-да. Не хватает. И вот он очередной чен, про которого мы сегодня вспоминали. Аке решил все-таки добить в себе стату. Ну да. Зю! Вот вместо Фуриона с АОЕ ультой поехали. Слушай, Зюс это вообще вот пятибалочка такая, знаешь. Вот такого Зюса я бы посмотрел. И мы сейчас его посмотрим. Действительно интересно. Причем в весьма ответственном матче Сигма делают вот такой да, резкий мув. Дерзкий мув. Дерзкий, сильно дерзкий. Ну и Фата в миде на Зюсе. Слушай, ну откровенно говоря, Сигма-то еще и имеет парочку игр в запасе, чтобы там их можно было как-то так вот поиграть, там проиграть. Ну одну точно они имеют в запасе. Вот для того, чтобы опуститься до уровня Альянс. Но дальше лучше, наверное, не проигрывать. Стараться не проигрывать. Ну да. Ну, в целом, Зевс это неплохо. Это да, конечно, это очень экспериментально, это очень ситуативно, но это неплохо. Ввиду того, что есть еще и Спектра, и Ancient Operation, комбинация может сработать, и мы за вот этими AOE раскастами будем наблюдать внимательно, потому что... А вдруг получится минус 5, а? Зевс Rampage. Элитно, элитно. Да, может. А может и не получится, потому что там есть всякие нюксы с карапасями. Кентавры, которых фиг пробежит с этими рассказами. А, кентавр, подожди, у Сигма. Ну это же да, это же как раз их кентавр. Там как раз есть кого пробивать всеми этими кастами. Там нету особо жирных героев. Так что, в принципе, Зевс ну, мог бы заехать. Так вот мы... Ну и заехал, да. Ну, Лода здесь нужно просто супер быстрое БКБ. Иначе он будет распадаться в каждом замесе. Согласен. Думаю, инвокерам будет тоже не лишние такие артефакты подсобирать, да и вообще. Но проблема только в том, что Сигмы сейчас цеплять нечего, вот они пятером забегают в чужие леса, и вот молнию дал Фата. Зюс сразу. Разряд! 30 seconds to battle. Да, на самом деле просто Расту нужно пускать в таких ситуациях вперед, если вы действительно хотите кого-то зацепить, то, ну, только Расту. Я порой просто не понимаю, как вот команды идут. Я в принципе, понимаю, что... Там чувак, который быстрее всего скооперировался и побежал, да, быстрее окажется, быстрее даст вижен, быстрее будет инфа. Но он быстрее и умрет, если это неправильный герой. Угу. Ну и толку, типа, он вижен дал, может быть, и просто отпугнул противника, потому что он зацепить ничем не может. Да, да, может быть. А так с таким выходом пятером был бы впереди, например, Раста, то это был бы фраг. Потому что от колдфита, от заморозки уже потом никуда не уйдешь. Да, ну и смотрим. Спектра у нас уходит, естественно, на топ фармить. Сокс будет нас катать. Тут у нас Факинмет на Шадоу Шамане. Пас
Ancient Parishion, FAT, как мы говорили, на Зевсе в миде, и Мигель в сложной на Кентавре. Команда Альянс, С4 в миде на Инвокере, тоже ничего такого интересного. Акки у нас на Чине, ЕГМ Веномансер, Лода, естественно, на Луне, и Адмирал Бульдог сложный на Нюк-Нюк-Нюксе. Нюк-Нюк-Нюксе. Нюх-Нюх-Нюх. Нюх-Нюх. Ну, наверное, самая будет главная интрига при такой расстановке на первых минутах, это вот как будет раскачиваться СПО. Мне что-то кажется, что здесь Куас Вексовский инвокер был бы более уместен. Ну, возможно, ты и прав. Возможно, ты и прав, потому что много героев таких манозависящих. Так, ну, Квас уже есть, а дальше что, пока непонятно. Угу. Так, у нас тут какой-то... А, у нас выход на Бульдога! У нас выход на Бульдога! Ну, почему ты не схватил? Fucking mad, почему ты не схватил его? Карапасий испугался каких-то. Ну, не знаю, Карапасий боятся Нюкса не гангать, то есть, ну, просто у нас начинают поговорки рождаться прям на ходу. Ну да, да. Не, ну это уместно на самом деле, то есть исправить надо было, чего испугался, непонятно. И в спину, смотри, Аки уже будет мид гангать, Фату, и это фредбат. Ну это Аки на Чене, если что. Да, ну и неудачно начинает Зюз. Так, что там, ТП-шечка? ТП-шечка ему сразу закупили. И отправляется он у нас обратно на центр. По сути, он ну, мало что потерял, там, буквально пару крипов, опыт. Ну, не, даже не пару, мне кажется, крипочка 3 где-то так проворонил. А может, даже и 4, а может, даже и 2 пачки. Ну, это я уже перебрал немного. У нас тут ЕГМ идет в размен по ХП с Мигелем. Причем непонятно, для кого этот размен более выгодный. Да, и вот обрати внимание на скилл билд Фаты. У него вторая молния, нижняя, и пассивка на третьем левеле. Угу. Хотя обычно мы видим, ну, либо же там 1-1-1, либо, ну, в общем, Lightning Bolt, в принципе, почти всегда нужен. Да, и причем он максится в большинстве случаев обычно. Да, но вот сейчас мы видим, что в расчет того, что кулдаун очень небольшой у этой молнии, по сути, ты успеваешь закинуть три молнии, вместо одного болта, то тут получается 300 дэмэджа, но, в принципе, монокост в 3 раза выше. Ну, сейчас ему эти молнии просто фармить помогают, он с предыдущей пачки 3 крипа забрал за счет этих молний. Так что он понимает, что его гангают, постоянно его убивают, денег он лишается, и вот эти вот молнии нижние, они вот ему помогают, действительно, сейчас. Но СФО оправдал мои надежды, он квалс, вексовский инвокер, все правильно, все четко. Да, да. Да. В принципе, ребята-то достаточно опытные, я слышал. Знают, что в этой игре нужно делать. Так что тут мы, наверное, скажем, оказались чуть более или менее шарящими, да, и наше мнение совпало с мнением С4 по этому поводу. Да, ну все, окей, тут у нас фармит инвокер, особых проблем у него на линии нету, даже здесь немножечко его перефармливает за счет молний. Но СФО сейчас купит все фейзы, и у него будет бешеная тычка. И бешеный ему спит за счет того, что он векс, конечно, будет максить. Так, ну а я в целом смотрю, пока... бьет крипочков. Неплохо получается. 25-0 против 25-15 у Лоды. Ну, Лода просто старается держать линию на одном месте, для того, чтобы не получал опыт кентавр. И получается у Лоды это делать. Действительно получается. Кентавр у нас второго уровня, почти третьего. Никс у нас уже третьего, и там линия запушена. То есть он сейчас еще четвертый себе успеет, скорее всего, поднять. Так, у нас тут хорошо попало по кентавру Гелем. Мигель промахивается. Досадный промах, это минус Мигель. И фраг достается Лоди, естественно. Чен очень хорошо здесь вышел, поджал. Так, ну а Фата там уже 5,5 уровень. Такой же, кстати, по левелу, как и вообще по количеству опыта, как и С4. Так, что видим? Странно, в принципе, по идее здесь должен был отставать немножко. Ну, как видишь, разница вообще не критичная. Много раз люди говорили, что, ну, профессиональные игроки, что вот эти фраги в начале игры, они там мало чего решают. Да, это прикольно, если ты мидер, да, и у тебя появляется там ботл сразу. Или если ты какой-то роумящий суппорт по задумке, у тебя тапок быстрый появляется. Это действительно прикольно, но это не критично. То есть то, что ты умер на первом левеле, ты спаунишься через там 4 секунды, это, согласись, очень-очень быстро. Ну да, да. Ну так, я сейчас пытаюсь еще раз убить выход Фату. На Фату. Фат пытался размансить. Ох, как он тут щелкнул-то, товарищи кентавра. Но торнадо, 44 хп остается. Ботл бы... А, пытался его надпить ботл.
Но не хватило, естественно. По-моему, тот самый момент, когда торнадо здесь было лишнее, вот, откровенно говоря. Ну, возможно, били, очень хорошо. Возможно, просто немного времени подарил сейчас инвокер Кентавру. Угу. Кентавр в результате делает минус, покупает себе сразу тапочек Мигель и уже четвертый с половинкой уровня. И обогнал уже, кстати, адмирала Бульдога. Вот, по сути, один удачный выход в центр и один хороший фраг хай-левела. Ну, Чен действительно уже почти пятый, это, по сути, хай-левел на карте. Ну да. Такой активизировали суппорт у Сигма. Угу. Так, у нас тут опять Фату начинает пробивать S4. Очень-очень успешно. Только посмотри вообще, что вытворяет. Тут сзади выходят сразу же на инвокера. Нужно бы его пробить, наверное. И да, пытаются его здесь убивать. И есть верхняя, и нижний добивает Зевс. Вот такой вот контр-выпад от команды Сигма. Не ожидал здесь инвокера такого поворота событий явно. Угу, качественно получилось. Угу. Еще и руна регенерации для Зевса. Ну это же вообще просто шоколад. Самый вот, что не есть. Да, ульта уже есть, там, в принципе, и спектра у нас с Мидасом тоже сейчас левел 6 получит, и можно, в принципе, наверное, как-то вот, кого-то загангать, ментальное там количество дэмэджа нанести в любую точку карты. Да, и вот ждем, когда этот самый дэмэдж в любую точку карты понадобится. Мне кажется, Луна сейчас является оптимальной целью. Если там еще где-то рядом с крепочками ее поймать, чтобы ультой вас не накрыло соло, то было бы, конечно, супер шикарно. Видим, Зевс пока никуда отсюда не собирается уходить, судя по всему. И также очень интересен билд Зевса. Кстати, вот обрати внимание вновь на скилл билд. Как мы говорили, Lightning Bolt нужен замакшенный. И вот арк Lightning на 2, и дальше просто болт, болт, болт. Три левела подряд прокачал Фат. Угу. Теперь есть очень мощный нюк на 275, но, естественно, еще пассивочка. Более-менее стандарт уже выходит. Ну, там, в принципе, было логично. То есть, сначала первый спел промакшн, чтобы фармить спокойно. Подфармил, экспо получил, все, теперь и можно уже и на дэмэдж выходить. Прокачивая второй спел. Так и есть. Так, что у нас там? А, у нас тут аппарат заныкался. Аппарат, кстати... Да не, нормально заныкался, там деревья. ЕГМ. Спалит. Пас. Вот деревьям прошла, по-моему, должна быть какая-то слуховая. Да, возможно. Даже либо визуальная. Помню, раньше вообще были баги, когда деревья падали в темноте, и это было видно, что они падают. Когда Бэтрайдер летел, было тупо видно трассу за ним. Вроде это фиксили фигню. Так, и минус вышка. Ничем не смогли здесь помешать Сигма, Луне, Фата, руна дабл дэмэджа. Фата уже может очень-очень хорошо помогать. И, кстати, инвокер, верхняя, ну, нижняя. Чё не, без продолжения-то, а? Ограничился Фата только одним спеллом, да. Но зато неплохо по СВО пробивает вот эту вторая верхняя. Ну что, да, просто так, знаешь, потестил на прочность инвокера. Тут сейчас тестят на прочность Фату. Очень больно здесь Зевсу, и Зевс умирает. Или... А умирает. Или... Ну, там действительно еще полсекунды регенерации, и, скорее всего, он выжил. Так, и Пас тут продолжает получать опыт в очень экстремальном месте. Там пришел кентавр, умер, и Пас все это время находился просто, даже ничего не скостанув. Он стоял и смотрел на это. Такой садист Пас. Но Мигель надеялся на помощь какую-то, я не знаю, рассказ пошел давать, а Пас там стоит. Тут у нас напали на Фатимера. Это минус, уверенный минус от Бульдога. Вот пошел у нас первый... выход Нюкса. Пас по-прежнему стоит на этом месте. Так, Зевс прилетел. Пас по-прежнему здесь. Все, и вышел. Он вылезает. Хорош. Коварный план какой. Сколько там? Минуты 4 стоял точно, наверное. Ну, 2.5, вот около 3 это стопудово. Да. Пользы никакой, но сто стоял, не умирал. Тут большая польза для команды Сигма. Спиренс получал. Спиренс, да, левел 4. Да, Зевс уже 8. Сделали 3 фрага там из ответных. Так, Зевс уже 8, но у Зевса счет-то 1-3, а у инвокера 1-3. У Зевса там вроде бы 1 ассист, да, у них циферки по-разному расставлены. Конечно, 3-1-1 было бы вообще идеально, но не в этот раз. Ну и у нас выход. Да, у кентавра есть ульта. Можно сейчас агрессивно налететь на лоду, учитывая то, что там ульта первого уровня, целей слишком много, банально. Вот, раз тут первым пропустить, наверное. Да, есть Хиксоля, но тут лоду должен умирать.
Думаю, без вариантов. Конечно. Ну, Миди приняли снова Фату. Да, бедный этот Зевс за неимением обилок для эскейпа. Это, знаешь, это вот как Троксана интеллект, вот что-то типа того. Ну да. Типа много дэмэджа, хороший очень прокаст, очень-очень забавный в плане полезности героя, на, если у вас есть вот эта глобальная задумка. Но убежать тупо нечем. Если тебя приходят бить, то ты вот просто стой и получай лещей. Получай удовольствие. Расслабься, получай удовольствие. Вот именно. Так, у нас тут опять вот Cold Snap. Спектра, правда, ультит. Будет ли залетать на кого-то? А, Усукс уже залетел, кстати. Да, Кентавр. Стан по товарищу-то Чену. Чен у нас отъезжает. Правда, тут прилетел Лода. Есть ЕМП. Мигель ударился об бульдога. Ну, он пытался, наверное, увести на себя прицел. Пас, минус. И Сокс тут тоже минус. Тут все сейчас погибнут. Как же этот инвокер-то нарезает? Только посмотри, вот этот Векс, 442 мувспида на там 12-й минуте, это просто нечто. Да, очень гиперактивный СПО. Ну там на самом деле шикарный рассказ от него получился, там заставил просто убежать команду Сигма вспять назад к базе, но там, понятное дело, саппорт отогнали. Ну и пока не получается Сигма абсолютно ничего. Одежда может быть на... Вообще Перис на Спектре, Мидас, пока фейзы 1000 монет. Но фармить им нужно очень-очень много. Да, у Спектра пока все не так хорошо, как бы ей хотелось, естественно. Ну, давайте посмотрим вот графики по истечении 12 минут. Ой-ой-ёшеньки. А тут уже 7500 преимущества у команды Альянс. Это вот вышка только что упала, так что там сейчас графики еще да, немножечко подрастут. 7500. Я вот включаю нетворсы, и мы видим, что у Лоды 7000 стоимость героя. Дальше идет инвокер, 6200. То есть Лода обгоняет Спектру на 1800 и на 1000 обгоняет инвокер. То есть уже там практически 3000. А, серьезно. Да, на суппортов я вообще молчу. Ты посмотри, просто суппорты и хардлейнеры, и мидер даже. Да, еще и Мигель здесь встреет, хотя залетает вроде бы ульта Ancient Apparition. Не такая точная, конечно, как хотелось бы, хотя, возможно, даже заберут сейчас бульдога. Должен умирать. Пытается отдаться нейтралов, нейтралов здесь нету и убивает с руки. Кстати, неплохо. Стрик сорвали 522 золота. Доминейтинг был, оказывается, у Никса. Ну там он, да, в предыдущем замесе триплкил же сделал на миде. Что там стрик был? Там теперь они поймали Спектру, и Спектру тоже снизу убивают. Да, Спектра внизу загуляла. Ну и у Спектры все очень-очень плохо, стоит отметить. Вот этот Мидас, который ей ну, не особо дает возможность воевать. Фата на топе! Фата! Да С4 уже в соло залетает, ему абсолютно фиолетово. Против кого воевать, там, кто вообще, зачем? Реально фиолетовый, у него уже 2400. Не знаю, может быть это Орхид будет какой-то вообще, или Хекс сразу. Значит, просто купить Хекс и все. Ну вот у меня два варианта, Орхид или Хекс. Это что тот, в принципе, неплохой. Просто кидаешь там на Зевса, на Расту, откинуться они ничем не могут. Там Cold Snap и все такое. Просто застреливаешь там до упора. Да. Ну и не получается как такового сопротивления. Мы надеялись на эту последнюю катку, что здесь будет у нас какой-то экшен, здесь какие-то камбэки, но вот как-то все плохо у Сигма пошло. Да, Альянс слишком четко дает понять, что они не собираются просто так отказываться от ланов. От ланов, да, ни в коем случае. Вот именно. Они там периодически... Осталось всего там 3 матча, поэтому нужна только победа. Конечно, конечно. У них еще там против Империи, кажется, да, матч остался. Слушай, я... Ну, вот можно зайти к нам на сайт посмотреть, там, в будущих, если у тебя есть время, можешь как раз заскочить. Угу. Так вот, вроде бы там у них была Сигма и Империя. Насколько я помню. Так, у нас тут забег очередной с Маке от Альянс. Да, против Империи. Ну вот. Очень-очень ответственная катка. Это будет вообще элитарный матч, конечно. Да, тут опять вылезли на Сокса. И Сокс у нас умирает опять. Хороший контроль от Чена. Ну, конечно, конечно. Три кентавра. Я так понимаю, просто Луна задоминировала одного из кентавров. И получается тролль и три кентавра. Вот просто питомник здоровенный у Чена. Еще там по доминатору чтобы купили ребята из команды Альянс. И еще по кентавру. Каждый. И просто будет бегать целый табун. Ну, и этих трокентаров на самом деле уже очень хватает. Даже сверх хватает. Скелетончики бегают. Ну, такая дикая сила. Да, еще и даггер бульдогу скоро прилетит.
Слушай, ну вот по 3 секунды один китавр стан дает. Если грамотно размасовать, 9 секунд стана. За 9 секунд стана что произойдет с любым героем Сигма? Не, ну по героям там 2 секунды, да, но все равно 6 получается. Вот сейчас у нас прыгнул кентавр. Кентавра очень быстро снесли. ЕГЭ мультирует. Это минус Зевс. Команда Альянс, да, там коцаная, но они живы. Вот был бы Радианс у Спектры, сейчас бы все поумирали, естественно. Но Радианс у Спектры нету. Это проблема. Это проблема, это большая проблема, да. Пытаемся топорейшна. Кого-то догнать. Никого, потому что все уже остались здесь. Альянс, они готовы воевать дальше, потому что бульдог заходит, подкапывает нас. Да, там пошло торнадо, уронит сейчас быстренько у нас Ancient Apparition, еще и сеточка очень хорошая, и есть минус, вышка Адмирала Бульдога не успевает никак добить, и тут, конечно, отковырялись Сигма, но зато какой ценой они тут отковырялись. Да, хотя вроде было, обошлось без байбеков, но все равно, всех поперебивали. Что там у нас у Альянсов по деньгам, уже больше 10 тысяч они впереди, 22 на 32. По опыту такая же чешуйня. Ну, очень похоже на предыдущую игру, вот как Cloud9 тоже доминировали своим оппонентом. Потом поняли, что на 16-й минуте зайти на ХГ не получится снести сразу в сторону. Поэтому, видимо, нас ожидает небольшой фарм еще от команды Alliance, и там уж только потом будут заканчивать эту игру. Ну, там какие-то парочку айтемов, типа там Владмир на Чене какой-то, я не знаю, еще что-то в этом духе. Зафармят и... Сейчас я арканы все-таки купил. СВО сейчас может встрять, за ним пошла смок-атака. У него торнадо есть, у него есть торнадо. Хотя Хекс, очень хорошо залетает Хекс. Ну да, тут... Ой-ой-ой, отличный форстав, и будет сейчас торнадо, скорее всего. Нет, сеточка по таймингу! Разрулили этого инвокера, да. Много дизейблов все-таки у Раста, как ни крути. Ну, хороший выпад получился от Сигма. Правда, столько всего они потратили, чтобы поймать инвокера. Ну, поймали, я думаю, оно того стоило. Они должны быть довольны. 826 золота для Расты. Для Расты, вот это вот самый большой минус, что для Раста, а не для Спектры. Да, кстати, для Спектры, конечно, получше заехало. Сейчас бы уже полторашка была на руках, и можно было что-то там утверждать о возможном каком-то Радиансе или еще что-то в этом духе. Так, у нас тут на, просто ЕГМ распечатал Зюз. Фата, кстати, пошел Вейл в дискард. Ну и правильно, у них много магического урона, у них там Раста форкет, аппарат, сам, естественно, Зевс. Вейл — это очень хороший выбор, как по мне. Ой, Мигель сбивает здесь ТПМ, она пернет его, Мигель. Карапас делает стан, умер. Разорвали. Да, минус кентавр. Досадно, конечно. Там у нас миди еще цепляет в это время Фукинмеда. Вообще на изичах С4 расправляется. Вот вроде бы урона у него не так много, там 120 дэмэджа, да, с руки. Но вот эти там полторы атаки в секунду, плюс бешеный мувспид 452 с включенными фейзами, от него просто невозможно убежать. Вот любой из героев команды Сигма при виде инвокера готов там стреляться, вешаться, я не знаю. Ну, примерно это они и делают. Стреляются, вешаются. Инвокерам немного помогает. Снесли-то два тавера без сопротивления, конечно же, неужели сейчас Alliance попробует зайти на ХГ? Ну там есть на самом деле чем Сигма откидываться, вот эти вот раскасты, которые еще что-то пока могут. Так, погоди, а ты по поводу Вейла про Виномансера нам говорил или про Зевса? У Фаты был этот шлем. Шлем? Ну я просто смотрю, как раз вот Виномансера шлем имеется, но это понятно, что скорее всего тоже будет Вейл в Дискорд. И тоже в принципе понятно почему. Потому что он сам вроде бы виномансер. Подожди, а где у Фаты? Или меня уже так поплавило? Ну, может, тебя проглючило, да, там, я не знаю. Ну, и вроде я на нем видел хелм. Ну, ладно, может, там куда-то впарил. Продал. Не соберу я Вейл. Да ну в пень надо продать. Че, всякое бывает. Так, ну инвокер опять идет на топ. Правда, уже кентавр. Упает на Фату. Ну вот, и куда? 498, ну что за бред? Кто вообще придумал ему в гостволке 30 бонусного мувспида? 30%, прошу прощения, бонусного мувспида. Тут написано slowed, но на самом деле он, типа, ускорен. Ну, почти максимально, да, бегает, конечно. Всю карту маскирует. Вот еще и в инвизе, ну норм. Я считаю, это вообще самый потрясающий скилл. Ну дайте ему там 5%, 10% бонусного. Ну 5, ладно. Вот, мне кажется, 5 там, 10 это потолок. Ну блин, ну 30. Это же вообще рвань.
Причем инвиз перманентный получается там. Ну он да. У него еще действует, уже откуда у него такое. Тут вообще бегай не хочу, называется. Ну да, Vision, да, команде там тем временем забрали Рошана. Есть Аегис для Лоды, Лода с БКБшкой. Ну и сейчас должен быть какой-то замес. Ну тут сейчас Сокс пытается принять у нас ребята из Alliance пытались. Но Сокс успел убежать, хотя мана у него не так много. Вот только сейчас он отрегенился и будет стоять еще секунд 5. Прежде чем сможет сделать телепорт на базу. Забили на него Alliance, да, просто пошли пушить мид. Ну то есть он сначала на базу, потом оттуда подрегенится. И только потом пойдет дефать. А в это время тут уже горит вышка. Мигель пытается дагер себе нафармить, 1900 у него есть. Давай, Мигелюшка, надо ворваться хоть разочек. Да, Кентавр пока тут себя тоже никак не продемонстрировал. Так, Хекс. Лоди, ну Лоди все равно есть, Аегис. Ну и вот, пошел у нас инвокер, ЕМП, бедный факин Мэтт. Просто снесло пол лица ему. Еще под Гагарину, под ядами на мансера, съедает его так, дойди до базы. Давай. Остаться в живых. Остаться в живых. Выходит, хорошо. Но, правда, бараки упали, это, конечно, минус. Да, луна тут еще уже тир-4 начинает потихонечку коцать. Фату только побежал. Фату снесло просто со сплэша. Хотел дать всего лишь молнию, пока бежал, его от барака убило. Да, но я же всего лишь, да. Хотел дать молнию. Да, Хекс у инвокера появляется, как мы изначально и предполагали. Ну и ясно, что с таким-то потенциалом убийцы и вот, скажем, этот последний гвоздь в гроб команды Сигма бить. Этот виномансер тоже с Вейлом уже очень-очень страшно. Хотя у него только первая ульта, еще странно, действительно. Да, 10-го левела веник отстает, причем прилично отстает. Я думаю, графики тут можно даже уже не открывать, там 20-ка. По голде уже 30 на 50, да, влетает у нас. Ай-яй-яй, как же у нас влетел Кентавр и просто ни в кого не смог попасть. Тут уже Оуныч нам, Диктор говорит, Спектра делает байбек, Зевс юзает ульту. Кстати, получилось бить Аегис, получилось убить Адмирала Бульдога и Виномансера. Было несколько байбеков, но дальше-то останавливать Луну нечем. И Луна стоит, вместе с С4 сносит линию. И байбеки от Виномансера не кстати. Да... Ну, Сигмы сделали свой рассказ, который они хотели, может быть, немножечко не таймингово получилось, не один с другим, но тем не менее, это продемонстрировали, так что спокойным чувством выполненного долга они могут плевать, наверное, с этой игры. Да, Фату очень уверенно снесли. Фату 9 раз сегодня, да, за 23 минуты уверенно снесли, он нормально напитил. Хороший, да, нехиленько. Конечно, по четвером. А дальше, вот... Дальше Таверну, все. Ну, дальше Зевс пытается отбиваться, да, там вроде 1-2, неужели это будет full 5 man wipe? Так, у инвокера есть чем убегать. Так, вообще на педали он давит, слушай. Гонщик спиди. И на развороте еще подраться. Кто там? Вот он точкует, говорит, вот он факин мэт, хочу догнать факин мэт. А факин мэт, бедняжка, снова пытается уйти. Да-да-да, причем забежал, спалился, факин мэт это понял. Факин Мэтт, бежать! Бежать, братюнь! Нет, не убежит, братюнь. Ножку подвернул Факин Мэтт. Теперь спада форстав и все. Был таков. Да, и ульта Кентавра тут тоже никак не помогла найти товарища инвокера. Ну, уже минус 2 лайна. Ну, кстати, если бы СПО отдал сейчас, минус 5 сделали бы Сигма, они могли спокойно взять ГВП, то есть, как это обычно бывает, хороший проведенный последний замес, и пишут ГВП, типа, благодарят за хорошую игру и ливают. А так они убили только четверых, поэтому Сигма продолжает играть доту. Такая заявочка на победу. Да. Не, ну, там понятно, что по графикам это отобразится буквально в парой миллиметров, да, сброса, скажем так, преимущества. Альянс, но они сейчас соберутся, потратят все деньги, которые они заработали во время этих драк, этого пуша. И, я думаю, совершенно спокойно пойдут, завершат. Смотри, что бульдог делает. Что? Не видел? Не-не. В инвизе стоит, импел отменяет, кастует, отменяет, кастует, танцует, короче. Я уверен, что эта музыка на фоне так играла. Так, смотри, у нас там Sunstrike, бульдог, просто испепелили пустырь, такой пятачок небольшой. Там Impale, Sunstrike, EMP, все что угодно. Раста просто на форстафе уехала.
На развороте давайте Alliance. По миду решили зайти. Но тут либо в Т4 сразу, либо ее топ-линию надо спушить. Или под раз. Да, я думаю, что тут сейчас будет последняя драка, вот как раз под Т4, и на этом все закончится. Так, торнадо. Ух, хорошо там Факенвейд успел уехать. Вновь Форстаф его спасает. Бульдог просто... И тебе моноберн. И тебе моноберн. И тебе и тоже моноберн. На дагере даже моноберн. Врывается Мигель, Макер, рассказывает, что порыжь, ульта Зевса, там мега все это обхилилось и... Ну, кстати, слушай, ульта аппарата-то неплохо здесь справилась, но Лода, есть одна небольшая проблема, Луна выжила. Так, говорят, БКБ все это дело игнорирует. Да. ГГВП, действительно, well played. Ну, тут альянсы просто непобедимыми выглядели чуть ли не с самого начала игры. Да, хорошая действительно каточка. Ну и что ж, получается, что шведский коллектив у нас укрепляется на первой позиции нашего промежуточного рейтинга. Да, получается, что да. У них становится счет 11-3, у них остался, получается, последний матч. Да, против Империи. Empire, да. Ну, если они его выигрывают, то автоматически Alliance, думаю, уже точно будут подать на ланы. Да, если Альянс выигрывает у Империи, то это 4 поражения, ну, типа да. Нет, это будет 3 поражения. Ну, 3 поражения, да, это будет 3 поражения, то они, по сути, уже там, ну, да, гарантированно, по идее, должны будут проходить. Там. Да, 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 да. Так и есть. Альянсы, вот они. 11-3 и ребята из Sigma 7-3 не получилось у них. Приблизиться к Империи немножечко совсем. Ну и видим, что Фнатики теперь вместе с Сигмой, скажем, такие принципиальные враги сразу становятся. Угу. Да, одинаковая у них стата. Ну, кто там, кого еще можно отметить? Рокскиз, у них не так много матчей, у них пока еще 2 поражения. Нави, мы видим, всего 6 игр было сыграно. Ну, они по отпускам, там вот сегодня у нас был Сашкевич в студии, мы с ним комментировали первый матч. Ну, мы с ним и так просто пообщались, говорит, что уже все, скоро-скоро начнется экшен, начнутся лютые катки. Ну да, получается, у нас оставшиеся дни будут заключительные дни как раз дивизиона и одни игры Нави. Да-да-да, так и будет. Ну вот статистика по матчу, там киллы 11-10 фрагов, это Лода S4. S4, конечно, на инвокере просто офигительно отыграл. Да. Ну, поначалу мы, конечно, помогли, там Маки пару раз приходил по ту гангл, а потом уже и начал соло расправляться с СФО. Да, и вот топ-фидеры этого матча возглавляет таблицу у нас Зевс с 10 смертями, дальше идет Кентавр с 9 и Факин Мэтт 7 смертей. Ну, 7 это еще такое, по-божески, десяточка mm-hmm. это уже так, achievement unlocked. Да, и количество внесенного урона. Вот тебе инвокер. 18 500 урона он внес против 15 000 Лоды. Ну, Лода, понятно, он уже в последние минуты там почти весь дамаг вносил. С4 да. На протяжении игры все эти 18 500 выдавал. Да, и сравнение по мейн керри, спектра и Лода. Вот, например, говорю тебе такие цифры. Сокс-шка, ГПМ 488, Лода ГПМ 820. Ну, такое сравнивать нельзя, конечно, в такой доминации жестко одной команды другой, ну, просто там 2 раза, конечно, будет преимущество. Да, просто 820 ГПМа на Луне за 26 минут. Not bad, not bad. Ну, 11 фрагов на Луне, это тоже действительно not bad. Суппорты, пасы, EGM, причем тут они отыграли примерно одинаково, там 3-3-10 против 2-3-18, и, ну, у Виномансера, естественно, ассистов побольше за счет там яда этого массового. Ну и да, там в 1.5 раза выше показатель по ГПМу. Ну оно и понятно почему. Что кучу вышек снесли, там кучу фрагов сделали. Ассистов у него намного больше. Так что это неудивительно. Тут пас тоже вроде бы нормально там откидывался. Угу. Просто обычно продолжения никакого не следовало. Не хватало дэмэджа у команды Sigma. Чтобы как-то после ульты аппарата залетать там и устраивать ветер. Ну, в самом начале просто слишком много было проиграно уже. Да, да, да. Ну, и вот тоже общее сравнение команд. 1500 ГПМ у Сигмы суммарно, 1700 experience per minute. Ну, альянсов 2500 ГПМ и там 2500 примерно тысячи experience per minute.
Тут они, конечно, на голову выше. Да, 33 фрага, ассистов 58 штук. Неплохо они на индивидуальные статистики теперь подняли на героях своих. Да, там да, да. Ну, лишние средние показатели увеличились. Это альянсы. Ну что ж, друзья, наверное, тогда у нас на сегодня все. Да, с вами сегодня в студии работал Каспер, вне студии работал Адекват. Также с нами сегодня был Александр Хвост Дашкевич, за что ему тоже огромное спасибо, порадовал нас своим присутствием. Ну и хочется пожелать вам всего самого наилучшего, наверное, да, и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока-пока. В 2014 году Star Ladder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В 9-м сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы Star Ladder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2 TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SL TV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда – $80,000. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров – $2,500. Смотри матчи в Dota 2 TV на 5 языках. Поддержи любимый турнир и команды. Keep supporting us. We've been doing a great job buying the tickets. I want you to follow our team on Star Ladder. You can follow and support my team through Star Ladder by purchasing Star Ladder tickets in Dota 2. If you buy the ticket, the prize pool will get increased, so the money will end in my pocket. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет на лича и лоудинг скрин с пиктограммой Star Ladder TV. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. А ты купил билеты на Star Ladder? Покупай билет, черепах.